От сладкого лакомства никто не отказался. Оно стало приятным сюрпризом на детском празднике в честь открытия нового игрового комплекса. Площадку на 450 квадратных метров во дворе дома номер 2 на улице Белорусской построили в рамках губернаторской программы. Она стала уже четвертой в нашем округе. Площадка называется «Дурак» в честь нашего легендарного космического корабля. Она большая, уютная, безопасная регион. И в качестве разных открытий, которые мы видим, интересный сам игровой городок, освещение. Комплекс появился во многом благодаря жителям, которые собрали за него порядка 1500 голосов на портале «Добродел». Сами согласовывали, выбирали тематику и наполнение. Но преобразования на этом не заканчиваются. В следующем году мы тоже хотим продолжить данную программу по данным адресам. И тем самым эту площадку немножко продлить, увеличив площадь и добавив игровые элементы, которые хотят жители. Пока дети наслаждаются новыми качелями, каруселями и горками, у родителей есть время передохнуть. Конечно, новая площадка гораздо лучше выигрывает. Единственное, скамеечек бы хотелось побольше, потому что часто приходится долго стоять, поэтому хотелось бы. Вот, а так все хорошо, детям очень нравится. В ближайшее время в муниципалитете откроют еще 5 игровых площадок по губернаторской программе. А это значит, что детский смех и звонкое спасибо мы услышим еще не раз. Спасибо! Полина Бахова, Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».